Чемпион в легкой весовой категории UFC Конор Макгрегор провел часовую пресс-конференцию, в которой он отвечал на вопросы журналиста Ариэля Хелвани. На это зрелище пришло посмотреть, предположительно, 5000 человек. Конор разъяснил ситуацию по поводу временного пояса чемпиона в легкой весовой категории, за которой будут драться Хабиб Нурмагомедов против Тони Фергюсона. А также Конор наконец-то рассказал, кто будет его следующим оппонентом. UFC хотят устроить бой за временный пояс чемпиона в легкой весовой категории, за которой будут драться эти бомжи. Ну и пусть дерутся, пусть у них будет минута славы, пока я отдыхаю. UFC лишили меня статуса чемпиона в полулегкой весовой категории, и сейчас чемпион снова Альдо, которого я нокаутировал за 13 секунд. Это бред, я все еще чемпион в двух весовых категориях, а все эти остальные пояса не настоящие. Фанаты знают это, но мне плевать на все эти игры, ведь мой следующий бой будет против Флойда Мейвезера. Все хотят увидеть этот бой. Многие говорят, что у меня нету шансов против Флойда, но я не согласен. У меня преимущество в росте, и я чертовски в себе уверен. Нам только осталось договориться о гонорарах к этому бою. Флойд боится меня, я могу с ним подраться хоть на улице, а ему нужны боксерские правила, чтобы защитить себя от избиения. Я думаю, мы подеремся с Флойдом в конце этого года или в начале следующего. А остальным бомжам из UFC, как их там, Хабиб, Тони, Вудли, я не собираюсь уделять им своего внимания на данный момент.